Одна из самых долгожданных экспозиций открылась в ДК Подмосковья. Итог своей работы за последние 5 лет представил профессиональный художник, мастер натюрморта Александр Закальский. Розы, яблоки и груши выполнены настолько реалистично, что, кажется, зал наполнился ароматами цветов и фруктов. Восхищаются работами мастера в галерее. Потому что настолько реальны, вот ощутимы они по вкусу, по цвету, по фактуре, по текстуре. Игра света, тени, объемы. Такие работы называют вкусными. Вот, выставка в самом деле очень вкусно написана, добротно, с мастерством, с пониманием предмета и самого искусства. Саша большой молодец в этом плане. Помимо уникальных авторских разработок, в экспозиции Александра Закальского нашлось место искусным копиям творений голландских художников. Так видят классический натюрморт Брейгель, Босхарт и другие западноевропейские живописцы прошлого. Подход близок и нашему современнику. Буквально приковывают взгляды посетителей галереи объемные полотна в стиле «Восток». Автор представил свои эксперименты с фактурами, добиваясь поистине фантастического результата. На слона из тени можно смотреть не одну минуту, подмечая различные интересные особенности полотна. Я некоторое время до этого пытался поэкспериментировать с техникой, а сама фотография и возможность поэкспериментировать с фактурами, вот она как раз в этом смысле подошла. И вот я, значит, вот это вот попытался сделать такое своеобразное сочетание барельефа с картиной, то есть использовать фактурные материалы, а потом сверху их еще и прописать. Ну, это разные там способы лессировки есть. Таким образом сделать максимально, вытащить этого слона из тени. Увидеть эксперименты Александра Закальского и насладиться реалистичными натюрмортами в классическом исполнении можно в галерее ДК Подмосковья с 11 до 19 часов, кроме понедельника и вторника. Ценителей прекрасного экспозиция ждет до 20 ноября.